Всем привет, меня зовут Гущин Кирилл, и сегодня я расскажу о почти новой, на самом деле ее появление было проанонсировано в прошлом году, появились они тоже в прошлом году, но приманки, которые набирают популярность, стремительно набирают популярность при ловле белого хищника, в первую очередь головля. Это уже почти ставшее легендарным, а станет она еще более легендарным, микротапи. Честно говоря, я не знаю, для какой рыбы его придумали японцы, но в наших условиях это практически идеальный головлевый убийца под поверхностного класса, который собирает практически любого по размеру головля с достаточно большого расстояния и заставляет клевать даже не сильно активного. У меня довольно большой опыт ловли на эту приманку. Весь прошлый год я на нее ловил. Поймано много. И поймано именно в тот момент, когда все другие приманки не работали. В первую очередь, поговорим про размеры и вес. При весе 4,8 грамма актуальный размер приманки 54 мм. Казалось бы, это очень большой размер. Но по факту, из-за того, что приманка довольно сложная, у нее тут вот есть хвостик играющий, у нее есть лепесточек, ощущение громоздкости и большого объема, который препятствует головлиной поклевке, нет. Даже очень небольшой головли при весе в 200 грамм вполне на нее реагирует, атакует, ну и, соответственно, ссекается. Очень удачное решение – это тройник, который висит вот на такой подвесочке. Сходов с него намного меньше, и эффективность засекаемости головля при атаке очень высокая. Единственный минус, который я обнаружил в этой приманке, со временем при поимке под сотню головлей, хвостик немножко исчезает. Его просто откусывают в момент атак. Но даже вот эта приманка, которая прошла со мной не один десяток рыбалок, она и сейчас с жалким ошметком эффективна и приносит головлей наравне с абсолютно новыми, которые я вам сейчас показываю, лежащими просто в коробках. И сдавать свои позиции не собираются. Итак, зачем эта приманка? Для чего? Это подповерхностная приманка, которая идет на очень небольшой глубине, на практике до 10 сантиметров глубины, которую не просто вытащить на самый верх. То есть даже неопытный рыболов наверх ее не поднимет и сильных усов не даст. Хотя при желании, при положении спиннинга вверх, сделать это можно. Приманка, невзирая на свою странную форму, невзирая на наличие лепестка, хвостика, в общем, тех элементов, которые не позволяют теоретически забрасывать далеко, летит неплохо. Да, это не 41-е чабики, рекордсмены сейчас по дальности у шакала в этих размерах, но примерно заброс в 30 метров ей сделать можно. Область применения – это либо гоняем его над травой, либо у меня это один из любимых вариантов для ночной ловли. Именно из-за того, что приманка активная, приманка очень достаточно мощная, широкоамплитудная, играющая даже на средней струе, она и привлекает головля. Это не чабик, у которого очень низкая амплитуда и высокая частота. Это скорее по своей работе ближе к чабе СССР, где амплитуда большая, частота не очень большая. Скажу больше, по соотношению размера и лопат микротапи более упористая, чем 41-й чабик, тем более, чем 38-й. Имеется в виду, конечно, СССР-версия. Поначалу у меня был некий скепсис. Я боялся, что эти модели будут привлекать только трофейную рыбу. Нет. По факту 200-300 грамм совершенно спокойно на нее реагируют. Они видят в этом объект для атаки, ну и, соответственно, атакуют, и в итоге оказывается у меня в руках. Как минимум на крючке. Цвета. Цветов пока мало, но я уже сделал заказ в Россию. Цвета будут расширены. Появятся так популярные у нас цвета Йолт-Мамуши, в простонародье бензинка, Silver and Black, ну и ряд других. Пока есть вот эти вот 9, в будущем, я думаю, расширить их хотя бы там до 12-15 цветов. Если спрос будет очень большой, сделаем еще цвета. Потому что
Настоящие главредики знают. Ненужных цветов не бывает. Собственно говоря, на этом, наверное, все. Ловите, экспериментируйте. Пытайтесь поймать хорошую рыбу и, пожалуйста, отпускайте. Чем больше мы отпустим рыбу, тем больше мы ее поймаем в будущем. Всем всего доброго. Всем пока. Увидимся на воде.